не очень хорошо, естественно, к этому отношусь, что люди не могут попасть. Это должно быть как-то урегулировано. Вот, ну, власти что-то должны делать для этого, ну, несомненно. Людям надо же как-то пообщаться с родственниками, не только по телефону, а так, воочию увидеть, пообщаться. А я никуда не езжу, я в пределах Украины, поэтому как-то мне этот вопрос как-то не интересовал. Это издевательство над людьми, конечно. Потому что мы живем в одном государстве и жили всю жизнь. У нас родственники там. У меня тоже парень с этой же самой территории. Как бы, ну вот, как бы я еще с ним не расписана, тоже не могу туда проехать. Но это тяжело, это, конечно, накладно. Люди к родным не могут попасть, поэтому сочувствую. Не пропускают по понятным причинам. По тем причинам, которые в стране происходит война и болезни. То есть должны быть какие-то рамки. Ну, а как там оно будет, я не знаю. Уйдет война, и просто открыть границу – это недостаточно для того, чтобы прекратить войну. Но, тем не менее, да, это было бы хорошим знаком. Я сам являюсь переселенцем, поэтому для меня это тоже животрепещущая проблема, можно сказать. Ну, я считаю, что это неправильно, потому что люди должны иметь доступ к своему дому, видеть своих близких, друзей. Ну, я считаю, что это неправильно, то, что сейчас происходит. Естественно, люди должны иметь возможность свободно передвигаться. Не думаю, что это влияет на войну, а на отношения между людьми, скажем так, которые живут на той территории и здесь. Я думаю, что только усугубляется проблема. Хотелось бы, конечно, чтобы скорее наступил мир и чтобы все эти вопросы были урегулированы. Поэтому будем надеяться только на лучшее, что в конце концов все будет хорошо и наступит мир долгожданный. Позором я назвал бы это. Все освободить, никаких КППВ, ничего не должно быть. Должен быть свободный доступ кругом. Я знаю людей, которые там реально туда уже года два не могут проехать. Мне обидно за них, потому что родители своих не видят. Так, по-любому надо пропускать людей. У них родственники, родные там дома. Как-то. Яна Саванкова, Микола Лупаненко, Маріупольська служба новин.